Ну давай, ну уже будешь драться, а? Нет? Серьезно, я уже задолбался. Я просто уже устал. Я устала. Что же мне делать? А я устала. Что же поделать? Да как он сальтухи-то вокруг меня-то крутит? Все, иди в жопу, блин. Хочешь купить игры по дешевой цене, но не можешь найти магазин, где тебя не кинут? Тогда тебе в магазин Санникрафта. Здесь ты найдешь все, что тебе нужно. От лицензии Майнкрафта до разных прикольных игр. Допустим, тот же КС или Watch Dogs. Также имеются не только игры, но и качественное оформление для канала. Даже могут сделать для вас ресурс-пак. Напоминаю, то, что все тут очень дешево. И главное, без кидалова. Если что, то ссылка в описании. Эй, йоу, всем здорово, с вами, понятное дело, Феликс. И сегодня мы вспомним, что такое Skywars. Оу, да, детка. Прошу простить меня за то, что роликов не было так долго. Мне просто очень сложно их записывать и монтировать. Вы не представляете. Я прихожу с колледжа и просто ложусь спать, блин. Помню, как раньше вы набирали за неделю 1000 лайков. Сейчас вы 1500 лайков набираете за один день. Какого хрена, я что-то не понимаю. И короче, как только на этом ролике набирается 2000 лайков, а я знаю то, что вы можете набрать эти 2000 лайков, вам как ни хрен делать. И я выпущу новый ролик длительностью в 10 минут. Говорите то, что у меня короткие ролики. Ну, посмотрим. Как-никак, вы моя мотивация, поддержка и опора. И только на вас я могу положиться. Ну, а мы, понятное дело, медлить не будем и погнали к видео. Досу. Дамы и господа, представляю вам человека, которому насрать. Так, погоди. Ну вам же полюбасу интересно, кто мне сделал это самое интро. Это самое интро мне сделал Соулерс, и вы тоже можете у него заказать интро. Причем классное интро. Ссылку, если что, я оставлю в описании. Спасибо тебе, братан. Окей, ты что лутаешь? Ага, это мой лут, окей, мой лут. И это тоже будет мой сундук, все, мое, поняла, все, я буду только защищать. Стой сзади, не нападай, потому что тут явно профессионалы какие-то ненормальные. Я же сказал. Стой, стой, подожди, пускай они перебьют друг друга, и тогда нападаем. Нападаем, нападаем, быстро, нападаем, быстро, 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 где ты? Алло, алло, где? Какого? Какого? Она двоих убила. О, стоп, посмотрите на его лицо. Это какой-то разодранный пацан. Боже, каким образом, чувак, я не понимаю, что же меня нуб слил. А я же хотел с тобой подружиться. Пока, блин, пока, и тебе тоже пока. Блин, куда тот пропал-то? Я не понимаю, в итоге я ни одного не слил. Ну охрененно. Так, куда пошел, пока. Давай, ну пока просто, пока, да. Вот он серьезно, он зачаровал меч. Просто пока я его убил, он зачаровал. Ладно, сейчас затащим по-настоящему, потому что сейчас я готов, теперь я с тиммейтом. Я буду с тиммейтом тащить, тиммейт мой, ну, молодец, да? Молодец, реально, а молодцы. Чувак, тебе броник не нужен, так сказать, да, что ли, получается? Ладно, буду тебя защищать. Оу, оу, от алмазника. О, ну это не совсем алмазник, ладно, так уж и быть. Боже, чувак, догоняй его, догоняй. Опа, я не попал. Вау, нифига себе, вот это анимейшн, вот это профессионализм, смотрите на него. Давай, чувак, бей его. Ну, боже, чувак, реально задрот какой-то. Что за задротство? Как мой тиммейт без брони их убивает? На. Чё? Вау, еще один, до свидания. Опа, их двое, я один. Да, боже, охренеть, они быстро будут. Все хорошо, первый раз мне пацанский лут попался. Это очень хорошо. Поменьше, поменьше мата, пожалуйста, не материтесь. Лови броник, братан, лови, он не увидел. Давай, давай, так мне легче наводиться. Но он стоит какого-то хрена миллион лет, блин. Вот ты где. Он, походу, ловушку там строил, короче, да? И думает то, что я на нее попадусь. Ай, блин. Конечно, сейчас мы попадемся на его пацанскую ловушку. Я же очень тупой человек. Ну, боже, какой же ты умный, а, чувак. Поставим сюда до хрена динамита. Просто дохренище динамита, да? И нахрен все это взорвем. Живи, так сказать, да, своей жизнью. Лови пощечину. Хопа, хопа. Оу, ее. Никогда не говорил то, что я профессионал, и ни разу, вот ни разу. А вы все думаете, что я профессионал? Ну чё за говно? Ну давай, ну уже будешь драться, а? Нет? Серьезно, я уже задолбался, я просто уже устал. Я устала, что же мне делать? А я устала, что же поделать? Да как он сальтухи-то вокруг меня-то крутит? Все, иди в жопу, блин.
Йоу, ну чё, как вам ролик? Буду благодарен вашим лайкам, подпискам и, понятное дело, снова комментариям. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну и если ты досмотрел до конца, напиши два секретных слова. Темный копатель. Ну а с вами, понятное дело, был Нубас Феликс и незаезженный Скайварс. Всем спасибо и всем пока-пока.